Новому продукту компании Xango в вашем регионе. We have Dr. Templeman in our home office, ready to share some amazing information with you. Сегодня вместе с нами здесь в главном офисе находится доктор Темплман, который уже готов поделиться информацией, интересующей вас. This has been a great week for Xango CIS. Мы знаем, что эта неделя была очень особенной для всех стран СНГ. The response from our Power of Three webinar earlier this week was tremendous. Мы получили очень большое количество положительных отзывов относительно вебинара, который мы провели в начале этой недели, вебинара, посвященный Силе Трех. And the products that Dr. Templeman is reviewing with you today fit in perfectly with the Power of Three system. Те продукты, о которых сегодня с вами будет говорить доктор Темплман, как нельзя лучше подходят для работы по новой схеме Сила Трех. And the beautiful thing about the new delivery model within CIS is you have access to all of Xango's products immediately. И что особенно примечательно, если мы сейчас будем говорить о новой системе доставки в странах СНГ, то что вся продукция, которая есть у нас здесь, в головном офисе, вы практически всю продукцию уже сможете приобретать из вашего внутреннего офиса. The great thing about Xango is that you don't have to be a medical doctor or a product expert. Что особенно примечательно здесь в компании Xango? Нет необходимости быть большим специалистом по продукту или обладать медицинским образованием. That's why we have Dr. Templeman and other medical professionals who evaluate and teach on these products. Для этого у нас есть специалисты, такие как доктор Темплман и другие профессионалы своего дела, которые будут оценивать продукт, смотреть, как он работает, действует на организм и делиться информацией с вами. So you don't have to memorize everything Dr. Templeman says about these products. Поэтому нет необходимости сейчас запоминать все то, о чем с вами будет говорить доктор Темплман. Instead, your focus should be on understanding what these products do, why you should take them, and increase your confidence in your ability to share these products with others. Самое главное понимать, что это за продукты, как они действуют на организм, и как вы можете эти продукты внедрять и знакомить других людей с ними. We want to leave the complete time for Dr. Templeman, and so with that, I want to thank him for being with us, and turn the time over to Dr. J. Frederick Templeman. И, вы знаете, не хотелось бы больше мне времени доктора Темплмана сейчас занимать, хотелось бы, чтобы он сразу перешел к той ценной информации, которая у него есть. Поэтому сейчас передаю слово доктору Джей Фредерику Темплману для того, чтобы он начал свою презентацию. Well, it is wonderful to be with you here today. Мне очень приятно сегодня здесь с вами находиться. I am always thrilled when I can speak to people in the various countries where the Xango products are available. Мне всегда очень приятно проводить такие вебинары для дистрибьюторов компании Xango, зная, что они могут эти продукты приобрести. Next week, for example, I will be in Taiwan. Например, на следующей неделе я буду в Тайване. And we are going to be talking about one of the products that you have had for about a year at that time. Я буду говорить с нами о продукте, который у них, скажем так, только появляется, а у вас этот продукт уже есть примерно 6 месяцев. But I am also very glad to hear that the Proline or the products which we're going to talk about today, the Limitless, the Reload, and the Ignite are in your hands without any changes in the ingredients from America. И мне особенно приятно, я узнал, что продукты серии Xylo Pro, продукты, входящие в эту серию Limitless, Reload и Ignite, без изменения формулы продуктов будет доступен или уже доступен на вашем рынке. This is not the case with these products everywhere in the world, so you are very lucky that the Xango company has obtained permission to use the top-of-the-line products and ingredients in these products.
Хочется сказать, что вам действительно очень повезло, потому что не во всех странах это тот же самый случай. Во многих странах пришлось продукт переформулировать. Поэтому вы сейчас получите продукт, который по праву занимает верхние строчки продаж и является одним из самых эффективных продуктов. My partner, Dr. David Morton, who is a professor at the University Medical School here, teaching doctors, is very enthusiastic about all of these products. Мой партнер, некоторые из вас с ним знакомы, доктор Дэвид Мортон, который является профессором, преподает здесь в медицинской школе, где учат докторов. Он достаточно энтузиастен, когда он рассказывает о этих продуктах. Они очень ему нравятся. He, like I, use them every single day. Точно так же, как и я, доктор Мортон пользуется этими продуктами каждый день. And in my case, I use a little bit more Ignite than is recommended because it controls my blood pressure and allowed me to stop using a medication I had had to use for over 20 years. И хочется сказать, что я лично использую, наверное, чуть-чуть больше Ignite, чем это делает кто-либо другой, потому что я чувствую, что именно Ignite позволяет мне контролировать мое кровяное давление. Благодаря Ignite я сейчас перестала употреблять лекарства, на котором я находилась по совету докторов уже 20 лет. Dr. Morton runs in the mountains here in Utah for several hours every day with his wife, and he loves the limitless and the energy that it gives him. А доктор Мортон очень любит проводить несколько часов в день в пеших прогулках и пробежках со своей супругой, поэтому он, в свою очередь, предпочитает употреблять Limitless, потому что это дает ему много энергии. While I go to the gym every day and use a mixture of all three of these products for times when I need to be very sharp mentally, like this morning for this presentation, I also use the Limitless. А когда, допустим, я иду сам в спортзал, и мне необходимо быть в самой своей хорошей форме, либо сфокусироваться, например, сегодня, потому что сейчас для меня утро, и перед моей презентацией мне надо было сфокусироваться. В такие моменты я употребляю больше Limitless, а когда я нахожусь в спортзале, то я предпочитаю смешивать все три пакетика разных продуктов Ignite, Reload и Limitless в одном напитке. In fact, every time that Julie is translating, I am sipping at a bottle of water which has Ignite, Reload, and Limitless in it. И вы знаете, вот сейчас, пользуясь моментами, когда Юлия переводит меня, я сижу, вот выпиваю такой напиток, который я сам приготовил перед моим выступлением. Это смесь всех трех продуктов Ignite, Reload и Limitless. Now, originally these products were conceived for people who were athletically involved every day. Хочется сказать, что изначальной мыслью разработки продукции было создание чего-то такого, что поможет спортсменам или людям с большими физическими нагрузками приобретать больше энергии, когда это им необходимо. And we talked about people who wanted to run a little longer, work a little harder, or recover from their efforts a little faster. И мы говорили, что нужны продукты для таких людей, которые бы хотели, допустим, бегать немножечко дольше или работать чуть-чуть лучше, восстанавливать свои силы, возможно, быстрее. But then we realized that all of these products support the systems of the body that are subject to aging as well. Но позже, когда мы разрабатывали продукты, мы поняли, что все эти моменты, скажем, эти все важные пункты, они в результате сводятся к одному. Все это проходит через процесс старения. And we realized that it was for everyone who wanted to age a little slower. И мы также поняли, что эти продукты необходимы и тем, кто хочет замедлить процесс старения, стареть намного медленнее. So, we're going to go and look at some of these products right now, Limitless, but the Limitless is remarkable not only for people who go to the gym,
but also for everyone who needs to be sharp when they have something that they need to perform. Первый продукт из этой серии – это Limitless. И хочется сказать, что Limitless – это не тот продукт, который нужен только тем людям, которые занимаются спортом или которые занимаются физическими нагрузками. Этот продукт помогает всем, кому необходимо сконцентрироваться в какой-то определенной части дня или на определенной задаче. For example, this morning I'm sitting at a table. I do not need to be physically active. But I have to have my memory sharp and be able to recall everything that I know and put it into words effectively. Потому что, вот, допустим, сегодня утром, когда мне надо было проснуться пораньше, приехать для того, чтобы сделать свою презентацию, я физические нагрузки, я ими не занимаюсь прямо сейчас, в настоящий момент. Но мне надо было сконцентрироваться на том, чтобы вспомнить все важные детали, всю важную информацию и словами выразить ее во время своей презентации. For most of us, in our jobs, we have some time during the day when we have to perform just a little bit better than normal. Я думаю, что у каждого из нас бывают такие моменты в жизни, в работе, когда надо, чтобы, скажем так, презентация, либо выступление, либо, может быть, качество работы было чуть-чуть лучше, чем обычно. If you are a lawyer, you may have a tough case you need to argue. If you are a doctor, you may have a difficult patient that you need to be able to diagnose. And if you are a teacher, there is always some time during the day when you need to be sharper in order to get the points across to your children. Если вы юрист, может быть, у вас какое-то судебное дело, и вам надо выступать в суде. Если вы врач, может быть, у вас какой-то очень сложный пациент, и вы должны быть особенно к нему внимательным. Если вы учитель, и вы преподаете в школе, может быть, какой-то есть предмет обсуждения, вам необходимо больше энергии и внимания для того, чтобы донести вашу точку зрения для ваших учеников. I have 33 grandchildren, and many of them play soccer. And when I go to see their soccer games, not only do I get excited and run up and down the sidelines, but I take the Limitless to give me the energy to do that. Вы знаете, у меня 33 внука, и многие из них играют в футбол. И каждый раз, когда они приглашают меня поболеть за них, мне тоже нужен Limitless, потому что мне не только нужна энергия, чтобы за все за ней болеть, но также энергия, чтобы дать и чтобы показать им, что я вместе с ними, что я их поддерживаю. So the first of the ingredients, the GABA, which we are looking at right now, is a neurotransmitter in the brain. Поэтому первый элемент, который входит в состав Limitless, это гамма-аминомасляная кислота, и это нейромедиатор в головном мозге. It will produce a calming effect in order to balance the energy that comes from the other ingredients. Это аминокислота, которая обладает определенным эффектом, балансирующая все другие составляющие части этого продукта. It improves the mood. It helps people to calm when they are agitated or excited, and it does something about keeping you from getting sad. Этот продукт, вернее, этот элемент, составляющая часть, обладает успокаивающим действием, улучшает настроение и даже обладает таким эффектом, скажем так, повышения настроения. Если вы немножко чем-то опечален, этот элемент, ингредиент, он имеет обыкновение повышать настроение. And you can see from the last bullet point on this slide that it is important in improving mental acuity or the ability to remember and to think quickly and easily. Также обратите внимание на последний пункт этого составляющего ингредиента. Гамма-аминомасляная кислота также улучшает умственную концентрацию, то есть вы можете думать лучше, четче и быстрее. In fact, not long ago, I was speaking to a group of people who were interested in supplementation and health, and they lived in a nursing home.
Я не так-то давно провел встречу с группой людей, которые заинтересовались пищевыми добавками, которые могут улучшить умственную концентрацию. Люди эти жили в доме престарелых. There were many of them in wheelchairs. Многие из них уже сидели в креслах-каталках. And even though they did a little bit of physical therapy, they were not in gyms exercising every day. И даже несмотря на то, что многие из них пытались как-то вовлечь в физическую активность, они физической активностью не занимаются ежедневно. Despite this, there were several people who spoke about how they enjoyed their limitless because it helped them perk up as far as their mind and their attention were concerned. Но многие из них с особой любовью говорили о лимитлессе, потому что продукт помог им сконцентрироваться. Насколько они могли помнить, они помнили. In fact, if you look at the 7 ingredients which are in this product, you will see that there have been scientific studies for 4 of them that directly touch on the ability to improve mental acuity. И если вы сейчас посмотрите на все 7 составляющих, входящих в Limitless, есть очень сильные научные исследования по 4 из них, которые показывают, что каждый из этих ингредиентов обладает свойствами улучшения ментальной концентрации, фокусации. In fact, we talked about that with GABA, and now as we look at the Panax ginseng, we see again improvement of memory and focus. Мы только что поговорили с вами о гамма-аминомасляной кислоте. Следующий очень важный ингредиент, входящий в состав лимитлесса, это женьшень. И женьшень, также обратите внимание на 2 пункт, поддерживает умственную концентрацию. And it even says supports mental acuity as well. А также улучшает память и сосредоточение. When you think of ginseng, normally we think of energy and we think of sexual energy because it has been used as an aphrodisiac for many centuries in Asia. Когда мы говорим о женьшене, большинство из людей сразу же думают о том, что женьшень является источником энергии. Многие связывают его также со способностью придавать сексуальную энергию, потому что во многих восточных странах этот ингредиент использовался как афродизиак. So when we talk about it improving endurance and healthy energy levels, we are not explicit, but certainly the traditional use of this particular herb has to do with sexual energy and performance. И когда мы говорим сейчас о концентрации и выносливости, это, конечно же, тоже составляющие положительные свойства этого ингредиента, но мы не должны исключать основное, скажем так, действие этого ингредиента. Это, в первую очередь, улучшение выносливости, и улучшение придает, ингредиент придает энергию и сексуальную энергию в том числе. Now, we're looking at the next ingredient, which is green tea. А следующий ингредиент, входящий в состав Limitless, это зеленый чай. The green tea is full of ingredients that belong to the family of catechins. В зеленый чай входит очень много элементов, в том числе катехины. There are over 4,000 research papers talking about how the ingredients in green tea not only help with mental acuity, but also support cardiovascular health and provide natural energy. Это тоже антиоксиданты, которые входят в состав зеленого чая. Существует более 4000 научных исследований, доказывающих, как антиоксиданты, входящие в состав зеленого чая, помогают, улучшают наше сердечно-сосудистое здоровье, укрепляя сердце, и как зеленый чай нам придает больше энергии. Because of the energy that it provides, it is a very important ingredient in virtually every weight management product.
И благодаря тому, что зеленый чай является естественным источником здоровья, он является важным элементом, скажем так, ингредиентом большого количества различных препаратов, направленных на поддержание здорового веса тела. And the mental acuity boost that we are talking about comes from an amino acid, which is plentiful in green tea, called theanine. И очень важно также сказать о том, что внутренняя концентрация энергии, которая у нас есть благодаря употреблению зеленого чая, который входит в состав лимитлесса, это благодаря тоже различным антиоксидантам, которые входят в состав зеленого чая, фианиды в том числе. This is so important that the Zango company has included it in other products as well. И очень важно, что компания Xango обратила внимание на этот ингредиент и включила его в состав своих других продуктов тоже. The next ingredient that we're going to talk about is taurine, an amino acid that your body needs to regulate water and mineral salts in the blood. Следующий важный ингредиент, который входит в состав лимитлесса, той формулой, с которой он сейчас у вас есть, это таурин. Таурин – это аминокислота, которая необходима нашему организму для правильного процесса водно-солевой регуляции в крови. The Limitless as an energy product does not have things which are dangerous, like virtually all of the competitors. И так как Limitless – это натуральный препарат, он не включает в себе искусственных, разработанных и, скажем так, можно сказать, даже виртуально опасных ингредиентов, которые входят в состав большинства продуктов компаний-конкурентов. In fact, the taurine is perhaps the only ingredient that is common to other energy drinks and to the Limitless as well. Otherwise, everything else is different in our product. Единственным ингредиентом, входящим в состав Limitless, который также входит в состав всех других энергетических напитков, это таурин. Все другие ингредиенты, входящие в состав нашего напитка, отличаются от ингредиентов других напитков других компаний. And once again, you see that this supports people who are attempting to lose weight. И вы также, наверное, обратили внимание, что этот ингредиент является важным для тех, кто стремится поддерживать здоровый вес тела. It is a simple equation. If you can increase your physical energy and become involved in exercise, you will have better weight control. Есть определенная формулировка, скажем так, определенный баланс между увеличением уровня физической активности и уменьшением массы тела. Now we are going to look at my favorite ingredient, the mangosteen. Сейчас давайте посмотрим на мой самый любимый ингредиент, мангустин. People around the world know about aloe vera. It is a word that they all recognize. Во всем мире люди даже не спрашивают уже, что такое алоэ вера, потому что, пожалуй, все люди, проживающие во всех странах мира, сразу узнают это слово. In 2004, 2 years after the Zango company started their product line, в 2004 году, через 2 года после того, как компания Xango запустила свой продукт в продажу, I had been using the product in my patients for 2 years. Я уже использовал продукт на своих пациентах 2 года. And I made the prediction, which I still believe to be true, that mangosteen will become more popular than aloe vera. И уже на тот момент я сделала такое предположение, я до сих пор считаю, что так и произойдет. Я сказала, что в будущем мангустин станет более популярным продуктом в употреблении, чем алоэ вера. The aloe vera has been around for 60 to 70 years as a commercial product. Уже как продукт, большой коммерческий продукт, скажем так, алоэ вера в продаже около 70 лет.
The mangosteen has been around as a medicinal product now for almost 12 years. А сейчас мангустин в форме того сока, который мы употребляем, в продаже около 12 лет. And you know that the scientists around the world who have studied both the mangosteen and the aloe vera are interested in developing drugs from these natural products. И научные исследователи, которые изучают свойства алоэ веры и свойства мангустина, заинтересованы сейчас серьезно тем, чтобы выпустить препарат медицинский, который будет в себя включать оба ингредиента. They know pretty much everything about aloe vera. Очень многое сейчас уже известно по алоэ вере. They are still learning about the mangosteen. Но мы не все еще знаем до конца, что из себя представляет мангустин. And interestingly enough, in 10 years, there have already been two drugs developed from the mangosteen. Но самым интересным фактом, пожалуй, является то, что уже за 10 лет нашей работы с этим продуктом было разработано два медицинских препарата с использованием мангустина в качестве основного ингредиента. The Japanese have one drug, and the Thai people have another drug. В Японии есть одно лекарство, и в Тайване есть одно лекарство. The Americans are preparing to make three drugs. В Америке сейчас ведутся научные исследования для того, чтобы выпустить три различных медицинских препарата. In a recent study from a university in China, they talked about having a drug within 2 years for cancer. Сейчас ведутся переговоры, есть несколько научных трудов, выпущенных университетом китайским, медицинским, о том, что в ближайшие 2 года они выпустят медицинский препарат с использованием мангустина, который будет использоваться в лечении рака. The Italians have been studying the mangosteen now for only 4 years. А в Италии исследования мангустина ведутся только 4-й год. But already they have synthesized 4 of the minor xanthones from the plant with the hope of making drugs from them. Но уже сейчас они из этого растения выработали 4 искусственных ксантона, которые они в будущем планируют использовать в запуске новых медицинских препаратов. In 60 years, no one has ever developed a drug from aloe vera. А за 60 лет использования алоэ веры ни одного у нас медицинского препарата с использованием этого ингредиента нет. Nobody is trying to develop a drug from the Golgi berry. Никто не пытается сейчас сделать медицинский препарат, изготовить медицинский препарат с использованием ягод Годжи. No one is trying to develop drugs from the noni fruit or the acai berry. И никто сейчас не пытается разработать медицинский препарат с использованием фрукта нони или с использованием ягод акай. The mangosteen is distinct and remarkable. Потому что именно мангустин является таким примечательным, замечательным фруктом. And every month, 4 papers from universities in 21 different countries in the world are printed talking about the important things they have discovered. Статистически ежемесячно выходит 4 научных труда в 20 странах мира о пользе мангустина. Now, let us move on to some of the other things. We have apple polyphenols in this product as well. Давайте сейчас поговорим о следующем ингредиенте, входящем в состав Limitless. Это полифенолы яблока. Now, polyphenols are the best antioxidants that we have in the body. Полифенолы – это самые, скажем так, положительные, я бы сказала, антиоксиданты, которые мы можем обнаружить в человеческом организме. And when you exercise, you produce more of them. Когда мы занимаемся физической активностью, наш организм производит больше полифенолов. So you need to have an extra supply of antioxidants to stop the damage that free radicals
do in the body. Поэтому нам необходимо, чтобы у нас в организме появилось больше антиоксидантов для того, чтобы остановить свободные радикалы, которые образуются в процессе повреждения мышечных тканей во время тренировок. Now we talk about another major product ingredient in this product. Сейчас мы будем говорить и о следующем очень важном ингредиенте, входящем в состав Limitless. This is called Go-To Cola. Это Go-To Cola. And as you can see, it supports cognitive health and mental acuity. Обратите внимание, что данный ингредиент также поддерживает умственное здоровье и улучшает внутреннюю концентрацию. It also supports the energy levels that we can feel as a difference when we use the Limitless. Это также придает нам уровень здоровой энергии. Это именно та энергия, которую мы чувствуем после употребления Limitless. It contains a natural caffeine, which is very different than synthetic caffeines. В состав Go-To Cola входит натуральный кофеин, который по составу и по формуле отличается от синтетического выработанного кофеина. All of the energy drinks out there have synthetic caffeine. Все энергетические напитки, которые сейчас представлены на рынке, включают в свой состав синтетический кофеин. The body treats these synthetic caffeines as if they were drugs and tries to get rid of them as quickly as possible. Организм отвечает совершенно другой реакцией на поступление в него синтетического кофеина. Организм считает, что это наркотик, это, скажем так, народное средство, народное вещество, от которого надо срочно избавиться. But it treats the natural caffeine in Go-To Cola as if it were a food. Но когда в организм поступает естественный природный кофеин, который у нас есть в Go-To Cola, тогда организм реагирует на это, как будто бы его кто-то кормит, скажем так, как будто в него поступает еда. Because of this and the fact that there is no sugar in the product whatsoever. И благодаря этому, а также благодаря тому, что у нас в продукте нет никаких подсластителей. The energy lift that you get lasts much longer and is without any bad effects in the body. Тот уровень энергии, который у нас возникает после употребления Limitless, он длится намного дольше, и в результате у нас нет чувства усталости после того, как энергия идет на спад. I use it every day. Я использую этот препарат каждый день. Now, we will jump ahead and look at something called Reload. Давайте сейчас перейдем к следующему продукту, о котором я хочу с вами поговорить. Он называется Reload. Reload is a recovery product. Этот продукт помогает нам восстановиться. It really stops the body from breaking down muscle and helps the body to restore muscle which has been broken down. Благодаря этому препарату, благодаря этому продукту, мы останавливаем процесс повреждения мышечной ткани, а также позволяем мышечной ткани восстановиться быстрее. From the age of 30 onward, men lose approximately 5 kilos of lean body muscle every decade. Начиная с 30-летнего возраста и стаж, по мере того, как мы взрослеем, за каждые 10 лет мы теряем около 5 килограммов чистой мышечной массы. Women lose about 4 kilos. Это в случае с мужчинами. В женщины, женский организм теряет около 4 килограммов чистой мышечной массы за 10 лет. But as you get older, you do not lose weight. You actually replace the lost muscle with fat. И по мере того, как мы взрослеем, как мы, скажем так, стареем, что происходит? Вместо того, чтобы наращивать мышечную массу, мы заменяем мышечную массу чистым жиром. Now, muscle is rebuilt in two periods when people are getting older. First, after exercise,
for 2 hours, the muscle goes into very heavy synthesis. Как у нас перестраивается мускулатура, как у нас перестраивается мышечная ткань? По мере того, как мы взрослеем, после физической активности, в течение 2 часов мышечная ткань проходит через такое, скажем так, преобразование. And the other time for everyone that muscle is built up is when you are asleep, in stage N3 sleep, the deepest level of sleep. И следующий момент, когда у нас мышечная масса проходит через преобразование, то есть наращивается, это стадия глубокого сна, или N3, по-другому называется этот период времени. В это время наша мышечная ткань наращивается. So people who are working out in the gym should take Reload as soon as they finish their workout. Поэтому те из вас, кто занимается физической активностью, должны употреблять Reload сразу же по окончании физических тренировок. And if you are over 35, everyone should take one dose of Reload before they go to sleep. А если вам 35 и больше, в этом случае вы должны употреблять Reload, кроме всего прочего, до того, как вы идете спать. Amino acids are the building blocks of muscle. Аминокислоты являются строительными кирпичиками белка. Some of these amino acids are called branch-chain amino acids. Некоторые из этих аминокислот называются аминокислотами с разветвленной цепью. They become the most important ingredient in muscle, and they also become the enzyme that regulates the speed at which muscle is repaired. Они являются одними из важных составляющих мышечной ткани, а также они представляют собой ферменты, которые влияют на скорость восстановления мышечной массы после повреждения. Leucine, valine, and isoleucine are the amino acids which control the rate at which protein is rebuilt. Лицин, валин и изолицин представляют собой аминокислоты, которые влияют на скорость восстановления мышечной массы. Adequate supply of these amino acids slows muscle atrophy and waste as well. И если у нас в организме достаточное количество сочетаний этих аминокислот присутствует, в этом случае атрофия мышц замедляется и уменьшается повреждение мышечной ткани. Now, many products have these amino acids in them on the marketplace. Конечно, кто-то, может быть, из вас скажет, что сейчас на рынке представлено большое количество разных продуктов, в которых мы можем встретить сочетание этих аминокислот. But the quantities are extremely small. Но хочется заметить, что в других продуктах количество этих аминокислот, входящих в состав продуктов, очень-очень маленькое, практически ничтожное. The level of these amino acids in the Zango product is the same as the levels that were used in the experiments that showed how they support muscle repair. Тот уровень сочетания этих аминокислот в продукции Xango является точно таким же, который мы использовали в экспериментах, когда видели, с какой скоростью мышцы восстанавливаются быстрее всего. The next ingredient is called D-ribose. Следующий ингредиент, входящий в состав Reload, это D-рибоза. It is a sugar, a polysaccharide, that is used in every unit of DNA. Это полисахарид, который входит в состав каждого разветвления нашего ДНК. It is also involved in the metabolism of everything that is used to build up muscle in the body. Также это тот полисахарид, который входит, принимает участие в обмене веществ в организме и влияет на восстановление всего организма. There have been studies done with professional athletic teams showing that it increases their athletic performance when taken as a supplement.
проводились различные исследования с участием спортивных команд, которые показали, что если деревозу используют в качестве пищевой добавки, спортивные результаты команды улучшаются. They also have the mangosteen in this product. Также в состав этого продукта входит мой любимый фермент, мой любимый ингредиент, это мангустин. And in my opinion, this is the best tasting of the Zalo ProLine products. Для меня лично Reload является, пожалуй, самым вкусным продуктом из всех трех представленных серий Zalo Pro. Now we will talk about Ignite. Сейчас мы с вами поговорим про Ignite. This is the product that allowed me to stop one of my medications. Это тот продукт, благодаря которому я смог остановить один из медицинских препаратов, которые я употреблял. If you go to the website, the Nitric Oxide Society. Если вы сейчас перейдете на такой веб-сайт, который называется Оксида Азота Общества, Nitric Oxide Society, you will see a list of all of the diseases where nitric oxide makes a very big difference. Вы увидите большое количество разнообразных перечисленных болезней, которые уменьшаются или полностью уничтожаются, если в организм поступает достаточное количество оксида азота. Nitric oxide is the strongest element in the body to make blood vessels larger. Что такое оксид азота? Это один из самых важных элементов в организме, который позволяет нашим сосудам, кровоснабжающим сосудам, расширяться. Most products with nitric oxide boosters on the marketplace only have half of what Zango has in their product. Большинство продуктов, содержащих в себе оксид азота, представленных на рынке, содержат только половину этого препарата, сравнивая его с нашей продукцией Zango. When we look at one side of the equation, we see the three amino acids that are necessary to manufacture nitric oxide in the body and increase blood flow to every part of the body. Сейчас мы посмотрим на три основные аминокислоты, которые являются основными поставщиками оксида азота и влияют на непосредственное количество оксида азота в нашем организме. Это то, что позволяет нашим сосудам расширяться. Many products do not have norvaline, like the Zango product does. Большинство продуктов, которые сейчас на рынке есть, они не включают в состав норвалин, тогда как продукция компании Xango включает в себя эту аминокислоту. And this product is very important in making sure that arginine, which is the precursor of nitric oxide, stays around for a long time in the body. И именно норвалин является одним из связующих, скажем так, звеньев и влияет на то, чтобы аргинин, эта аминокислота, оставалась в организме как можно дольше. Remember that Kent said, you do not have to be able to know all of this. Помните, что Кент сказал чуть раньше до моего выступления? Может быть, кому-то эта информация будет сложно запомнить. But as a doctor, I am impressed with the ingredients in this product. Ну, я же доктор, поэтому меня на самом деле очень впечатляет сочетание продуктов, которые входят, вернее, ингредиентов, которые входят в состав этого продукта. Now, here are the other ingredients that sometimes you find in products for nitric oxide in the marketplace. Здесь, скажем так, другие элементы, которые иногда встречаются и в других продуктах, представленных на рынке. Beets. Следующее – это свекла. Now, we know that traditional wisdom matters a great deal.
Наверное, каждый из нас согласится с тем, что традиционная медицина и, может быть, нетрадиционные какие-то способы лечения на самом деле очень важный фактор. Think about your own culture and realize how many ways your ancestors have devised to make sure that beets get in your diet. Только подумайте о вашей культуре, откуда вы произошли, от, скажем так, традиции нашей земли. Подумайте, сколько у нас рецептов, в состав которых входит свекла. Beets are the richest source of nitrates. Потому что именно экстракт корня свеклы является насыщенным источником нитратов. And nitrates are turned into nitrites and then into nitric oxide. Потому что именно нитраты преобразуются в нитраты, а потом они преобразуются в оксид азота. We will finish by saying this. Хотел бы сейчас закончить относительно свеклы следующим. All of the drugs which are used to control cholesterol. Все лекарственные препараты, которые сейчас есть на рынке, которые направлены на поддержание правильного уровня холестерина. They work by making more nitric oxide in the body. Главным их, скажем так, главных ролей всех этих препаратов является образование как можно большего количества оксида азота в организме. All of the drugs which are developed to help males with sexual performance have... Go ahead. Скажем так, одним из главных ингредиентов, который входит в состав, пожалуй, всех препаратов, направленных на поддержание мужского здоровья, чтобы мужчина оставался сексуально активным. They make nitric oxide as well. Это, в первую очередь, ролью этих препаратов является выработка как можно большего количества оксида азота в организме. And we have everything that they have in our preparations as supplements. И у нас в нашей продукции компании Xanga есть все те же самые ингредиенты, которые входят в состав и других продуктов. And finally, we have the mangosteen again, and I'm not going to spend time on it because I already did. А также в состав Ignite у нас входит мангустин. Я не буду сейчас говорить о мангустине. Я о нем говорил чуть раньше. So these are three very remarkable products. Это три очень, скажем так, важные продукты, которые многое из себя представляют. I take them all together. Я, например, предпочитаю принимать их все вместе. And I take them every day at least twice. И принимаю я их, по крайней мере, два раза в день. I know that some people cannot afford to do that. Я знаю, что есть такие люди, для которых, может быть, это количество является слишком большим, слишком сильным. But for me it is worth it. Но для меня лично, я считаю, это было правильное сочетание. And now we're going to talk about a product that you've had for about one year, the Ageless. Сейчас хочу перейти к другому продукту, который также входит в состав продукции Xelo Pro. Продукт, который у вас примерно уже год на рынке есть, это эликсир молодости Xelo. I am sorry that these slides are not translated, but we will get them to you. Прошу прощения за то, что эти слайды у нас не были переведены, мы их обязательно переведем. If the company agrees, you may have this set of slides and the previous set of slides to help you with your business. И уже совсем в ближайшем времени ваши лидеры, которые будут вас турнет, могут поделиться этими слайдами вместе с вами. You can also have me on webinars to answer questions when you have people grouped together and you have someone to translate. Когда у вас, возможно, будут большое количество вопросов, когда вы будете эти продукты получать и потреблять, мы можем дополнительно организовывать разные вебинары. Now, when we look at aging, we start to age seriously at 30 years old.
Если мы сейчас посмотрим на процесс старения в том виде, в котором он есть, можно сказать, что серьезные изменения в организме и по внешности начинаются с 30-летнего возраста. When we talk about the theories of biological aging, there are more than 34 theories. Когда мы говорим о разных сериях старения человеческого организма, существует около 34 серий, скажем так. But the three most important are the mitochondria, the telomere, and the free radical theories of aging. Но существует три такие вот стадии, скажем так, стадии взросления, стадии старения. Это митохондрия, теломеры и это... what is the third one? Sorry. Free radicals. И свободные радикалы. And Zango took all of these theories into consideration when they made their ageless preparation. Это то, что влияет непосредственно на наш процесс старения. И когда компания Xang разрабатывала эликсир молодости Xeyla, они в первую очередь думали о том, как остановить вот эти вот части старения. When you get older, every system in your body slows down. По мере того, как мы взрослеем, все системы организма, они замедляют свою работу. You can see on this one slide that lean body mass or muscle gets turned into fat. Вот обратите внимание на этот слайд, вы видите, как чистая мышечная ткань, она перерождается в жировое отложение. You can also see that bone becomes less strong. Вы также знаете и видите, как костная ткань перестает быть крепкой. And skin becomes thinner. Кожа также истончается. I was in a spa in a hot tub with my grandson some time ago. Не так давно вместе со своим внуком я был на таких теплых ваннах, скажем так, в сауне. He looked at the back of my hand. Он посмотрел на обратную сторону моей ладони. And then he put his hand next to my hand. А потом подставил свою ладошку, тоже ее повернул и посмотрел на свою руку. And he said to me, "Grandpa, your hand looks like a map." И он говорит: "Дедушка, у тебя рука похожа на карту." I said to him, "Yes, my skin is thinner, but you will have that happen to you." Но я ему говорю: "Да, конечно, у меня просто кожа истончилась с возрастом. Но не беспокойся, тебя это тоже ждет." Now some people are very happy at getting older and they see it as the best time in their life. Есть такие люди, которые считают, что с возрастом они становятся наоборот счастливее, может быть, и им нравится это время их жизни. I am not getting older gracefully. Но я бы хотел сказать, что я лично, не старею так красиво, как мне хотелось бы. I am getting older, but I am slowing down the speed at which it happens. Я старею, в то же самое время я чувствую, как я становлюсь там медленнее. I do not want to get older. Мне бы не хотелось стареть, если быть откровенным. I know I cannot stop the process, but I can certainly do something to slow it down. Конечно же, я не могу остановить этот процесс, но я могу замедлить его, насколько это возможно. Now, I'm going to quickly go through the ingredients in this product. Давайте сейчас быстро пройдемся по ингредиентам, входящим в состав этого продукта. Each one of the ingredients very much like the member, like a member of a basketball team, has a special task. Наверное, пожалуй, можно сравнить все ингредиенты, входящие в состав эликсира молодости, Эйзвит, как звездные игроки большой баскетбольной команды. They work as a team to make a total effort that is beneficial. Они работают как одна команда, но в частности каждый из них обладает определенными характеристиками, которые в совокупности делают продукт еще сильнее. The first and most important ingredient again is mangosteen.
Первый и важный продукт, вернее, ингредиент, содержащийся в составе этого продукта, это, конечно же, мангустин. The second ingredient is from Ayurvedic medicine. А следующий ингредиент аюрведической медицины. It is called Shilajit. Который называется мумиё. And in Russian literature you can find it talking all the way back to the times of the Greeks. Отследить развитие этого ингредиента и как оно было становилось популярным можно еще со времена Древней Греции. It is found in the Ural Mountains. Еще во времена древних греков добывали этот препарат в горах. It is full of 56 different minerals. 56 различных минеральных веществ входят в состав мумиё. And the Karaka, which is the Bible of Ayurveda, said, using Shilajit enables the user to witness 100 summers on earth free from disease and decay. И Карака, это своего рода такая Библия аюрведическая, пишет, что употребление мумиё в качестве питательного средства позволит вам увидеть 100 весен на земле и никогда не болеть. Now, in the many anti-aging products on the market, в состав большого количества противовозрастных препаратов, которые представлены на рынке, none of them have Shilajit or mangosteen except the Zango product. Не входит даже один из этих препаратов, либо мумиё, либо мангустин. А в компании Xango у нас в совокупности два ингредиента. We also have lychee polyphenols. Также в состав эликсира молодости Dvela входит экстракт плода личи. They increase circulation in the body, like this thermogram shows. Как вот вы сейчас видите на термограмме, что делают полифенолы личи? Они увеличивают, ускоряют циркуляцию крови. Green is cold and red is hot. Зеленый цвет отвечает за ощущение прохлады, холодное, и красный, соответственно, обогрев, увеличение циркуляции. This is a CAT scan of the abdomen. Это посмотрите на скан внутренностей. And the red in each picture is fat. Красное на каждой фотографии обозначает жировое отложение. Just using this one ingredient and doing nothing else differently. Как показала практика использования этого ингредиента только в одном виде и не занимаясь никакой физической активностью. After 12 weeks there was a reduction of 15% in the fat around the organs of people using. Через 12 недель употребления этого препарата в пищу без каких-либо физических упражнений уменьшило количество жировых отложений вокруг тканей и органов. This is a randomized controlled trial for athletic teams. Это такое выборочное исследование, проведенное среди спортсменов со спортивной команды. It shows that fatigue recovery was better, muscle and joint pain was better, and fatigue was better. Которое доказало, что спортсмены восстанавливались быстрее, что чувство усталости уходило у них быстрее, и что мышечная ткань восстанавливалась также быстрее с употреблением полифенола личи. The next ingredient is leucine, and we've already talked about it. It is the amino acid that determines how rapidly protein is rebuilt. А следующая аминокислота, составляющая, это лицин, мы говорили уже о ней, она отвечает за то, как быстро восстанавливается мышечная ткань. There is also GABA, the same one we talked about when limitless, and it is a calming neurotransmitter.
Также следующий ингредиент – это гамма-аминомасляная кислота, о которой мы говорили чуть раньше. Ощущение расслабления, ощущение такого, ну, скажем так, удовлетворения, легкости благодаря именно этому ингредиенту создается. Dosing with GABA before sleep has been shown in animal studies to increase the discharge of growth hormone by over 400%. Показали исследования, проведенные среди животных, что потребление гамма-аминомасляной кислоты перед тем, как животные шли спать, улучшило производство гормона роста на 400%. Tribulus terrestris helps to balance the hormones in the body. Экстракт якорца стелящейся помогает сбалансировать гормональный уровень организма. We also have aloe vera for all of the benefits for skin and for the gastrointestinal tract. Также для восстановления улучшенной работы желудочно-кишечного тракта, а также для внешнего вида кожи мы включили в препарат, мы включили в данный продукт такой ингредиент, как алоэ вера. We have grape seed and grape skin extract. Также в состав эликсира молодости входит экстракт виноградных косточек и экстракт кожуры винограда. And we have finally more beetroot. И мы также добавили и в этот препарат порошок корня свеклы. Now, about 3 years ago, many companies put a horse in the race for anti-aging. Много лет тому назад, ну даже немного, уже 3 года примерно тому назад, многие компании решили создать какой-то продукт, который бы отвечал антивозрастным характеристикам и познакомить рынок с этими препаратами. But the race was not for 10 minutes, it was for over a year. Это, скажем так, началась такая гонка. Но гонка продолжалась не 40 минут, гонка продолжалась больше года. Now, more than 2 years later, most of those products are no longer being sold in any quantity at all. И вот уже примерно 2 года прошло с момента того, как большое количество антивозрастных средств на рынке появилось, и больше половины этих препаратов перестали существовать, потому что их никто не покупал. Because they did not change the blood levels of people who went to see their doctors to see if the aging process was being affected favorably. Потому что люди употребляли эти продукты, шли к своим докторам для того, чтобы проверить, что происходит с их организмом, приостанавливается ли возрастной процесс или нет. И доктора не видели никакой разницы. I have now seen dozens of reports from doctors' offices with blood work. Я видел уже, наверное, десятки и десятки различных отчетов по тому, по составу крови. It is very easy to see that lipid profiles, the profiles of blood fats, change favorably. И так интересно наблюдать за тем, как липидный состав, как количество жира, количество различных ферментов в крови, как оно меняется с употреблением нашего продукта. The way that the body handles sugar is also very much improved. Даже то, как организм реагирует на уровень сахара в крови, он намного улучшается, когда вы употребляете наш продукт. The race is over. Я считаю, что гонка, мы можем сказать, что уже прекращена. And Zango Ageless won. И в выигрыше остался продукт эликсира молодости Ageless. Thank you for your time. Благодарю вас за ваше внимание. And remember that I can do webinars for you, even for 4 or 5 people, if it will help you for your business. И если вы считаете, что информация, полученная мной, важная для вас, я готов проводить вебинары для вашей группы. Work through Farkas at corporate, and he can tell you where I am and help arrange those seminars. Все, что необходимо для этого сделать, чтобы у вас было определенное количество людей, свяжитесь со службой клиентской поддержки, и мы обязательно свяжемся друг с другом, найдем время в моем календаре для того, чтобы я мог провести отдельные семинары для вашей группы.
Thank you very much. Большое вам спасибо. Dr. Templeman, thank you. You're great as always. Большое спасибо, доктор Темплман. Ты всегда потрясающий. We know we have great products, but it is assuring to hear a professional share his opinion with us. Мы знаем, что вместе с нами потрясающий продукт, но мнение профессионала для нас всегда является важным. So for everyone on this call, this was the first part of a series of two webinars we have planned for you. The second one will be next Tuesday at the same time. Для тех из вас, кто сегодня с нами на вебинаре, сегодняшний вебинар был частью серии двух вебинаров по новым продуктам компании. Следующий вебинар пройдет в это же самое время, 7 часов московского времени, на следующей неделе, во вторник. On that webinar we will cover products like Elaviv and 365. На втором вебинаре мы поговорим о витаминах, мы поговорим о продукте Elaviv и продукте 365. And we'll talk a little bit more about our favorite product, the juice. И поговорим немножечко о нашем самом любимом продукте, это соки. Now, all the products that Dr. Templeman spoke to you about today, they are available to you in your back office to purchase. Те продукты, о которых вы сегодня слышали в выступлении доктора Темплмана, сейчас доступны для продажи, для приобретения из вашего внутреннего офиса. The super pack on the top left of your screen has all of these products plus juice and additional products that's available for you for purchase. Суперпак, продукт, который вы видите сейчас в левом верхнем углу, содержит в себя все продукты, о которых говорил доктор Темплман и о которых вы еще услышите на следующей неделе. Or you can choose to purchase the Zalo Pro Pack, which has three boxes of each, Ignite, Limitless, and Reload. Или же, если вы предпочитаете, вы можете приобрести Zalo Pro Pack, продукт, который включает в себя три коробочки Limitless, три коробочки Ignite, три коробочки Reload. So we have, today is the 27th, so we have a couple of days to close the month of February. Сегодня 27 февраля. У нас остается несколько дней для того, чтобы закрыть февраль. Let's push hard. Let's focus on the qualifications. Сейчас мы должны сконцентрироваться на выполнении квалификаций. And also don't forget about the happy holiday, the happy hundreds promotion that we have, where for every three people that you bring in with 200 PV initial order, you're getting 75 euros back. И не забываем о том, что в настоящее время, в этом месяце, в марте, в компании действует промоушен «Счастливые сотни». Три новых дистрибьютора первой линии, для которых вы будете респонсором и вложением. По меньшей мере с 200 PV АДП вы, как спонсор, получаете 75 евро на ваш электронный кошелек за каждые три подписки. Thank you all for being on this call. Thanks again, Dr. Templeman. Julia, thank you for translating. Have a good evening, everyone. Большое спасибо всем. Благодарим Кента, благодарим доктора Темплмана за информацию, Юля, за перевод. Хорошего всем вечера. Пока-пока.